Всем привет, меня зовут Николай. Сегодня я буду с вами рассматривать, рассуждать и общаться про объектив фирмы Canon 28-1.8 USM. Как вы могли уже догадаться, начальное вступление было снято как раз таки на этот объектив. Оно было снято на камеру Canon RP, оно было снято в автоматическом, оно было снято с автоматической фокусировкой, поэтому все косяки, там все нюансы, как работает объектив видео, вы уже могли заметить, посмотреть. От себя немножко добавлю, что были там достаточно сложные условия съемки, там и контровой свет, и темно, и, в общем, вам, я думаю, все понятно по этим шумам, которые там где-то лезли, где-то не лезли. Ну, я оставил видео, как оно есть, чтобы вы могли оценить его в полной мере. И сейчас, соответственно, съемочка как раз-таки идет на этот объектив 28. Вот он достаточно близко у меня находится, я могу до него дотянуться. Вы, наверное, видите, как уже размывает задний фон. Я снимаю на диафрагме 1.8, можете оценить резкость. Я ничего добавлять не буду, чтобы вы могли полностью понять, как он ведет себя в видеосъемке. Но сейчас больше пойдет речь о фотосъемке, потому что я все-таки фотограф, фотограф-любитель. И я, наверное, буду рассматривать и рассуждать об этом объективе в качестве любителя. У меня уже появился кое-какой опыт его использования, поэтому я без зазрения совести могу высказать свое мнение. И так, тут какой-то этот тролль мне все время пишет, этот тролль-коль. Не знаю, давайте посмотрим, что он там. Ты меня хочет уже как-то надоел просто. Ой, ну ты даешь, купил себе новый объектив, а он еще и с минусами. Ну не переживай, не переживай, я тебе все расскажу, чему готовиться. Ну, во-первых, у миллиметров 28 USM 1.8 есть хроматические аберрации. Это как раз-таки тот случай, когда вокруг объекта на фотографии таки образуется разноцветная кайма. Например, ты снимаешь зеленое дерево на фоне голубого неба, и вокруг листьев могут появляться красные фиолетовые каймы. Ну это не страшно, не страшно. Потом поправишь в фотошопе. А еще у этого объектива медленный автофокус. Это тот случай, когда ты нажимаешь на кнопочку, чтобы сфокусироваться на объекте, а он как будто говорит: а ну подожди, я еще подумаю, где мне лучше сфокусироваться. Но это тоже не страшно, не страшно. Просто будь терпеливым и дай ему время подумать. На раздумье дай ему время. Парень, чувак, все окей. А еще этот объектив не очень резкий на открытой диафрагме. Это ты, когда открываешь диафрагму, только пошире, чтобы получить красивый эффект размытия фона. Но объект на переднем плане получается не резким. Вот печально-печально. Ну ничего-ничего, это не страшно. Просто нужно выбирать правильную диафрагму в каждой ситуации. В общем, не расстраивайся. Надо просто знать все плюсы и минусы объективы и снимать, и получать удовольствие от процесса. А я пока пойду сейчас комментарий еще какой-нибудь напишу. Ох,
ого, вот этот товарищ оттараторил, вообще даже не поднимая глаз, наверное, очень стыдно ему это было все в лицо говорить. Это не то, что комменты писать. Ну ладно, забудем про него. Может быть, и такое мнение у кого-то есть. У меня немножко другое мнение про этот объектив. Что я могу сказать? В первую очередь, что все надо пробовать. Вы должны сами понять и посмотреть, что для вас этот объектив. Как он в плане резкости, как он в плане аберрации, как он в плане веса и всех-всех-всех нюансов и всех минусов, которые вы слышали выше. Одел, посмотрел. Я не могу сказать, что тут ужасная резкость. Я не могу сказать, что это супер мыльный объектив. Я не знаю. Вот ты такой человек, я смотрю, мне картинка более-менее нормально смотрибельна. И мне, как любителю, снимать JPEG, потом смотреть на экране, у меня экран 24 дюйма, там все нормально на нем. Можно увеличить фотографию, посмотреть. Эта резкость не идеальная, не бритвенная она, как некоторые говорят, но в то же время это не мыльный объектив. Возможно, у меня нормальный экземпляр, возможно, это полнокадровые эти беззеркалки новые, классно фокусируются и все время попадают в резкость. Но я не могу его сильно ругать за резкость, потому что картинка нормальная. Нормальная рабочая картинка. Для домашних нужд 100% хватит. В любом случае, я не считаю, что резкость такая большая проблема этого объектива. Вы можете, если снимаете в RAW, потом ее накинуть, и это будет смотреться как и у остальных объективов. То есть классно. По поводу хроматических аберраций. Мне кажется, на это обращают внимание только фотографы. Или какие-то очень привередливые люди, которые смотрят не на саму фотографию, а что-то там выискивают, непонятно что. Я не знаю, что там можно искать. Я какому человеку не показывал фотографии, никто на это внимание не обращает. Ну, кроме фотографов, соответственно. То есть вы можете на этот объектив снимать, не париться про хроматические аберрации, не париться про виньетку. Кстати, если у вас камера будет Canon, она в автоматическом режиме в JPEG убирает эту виньетку. То есть на видео у вас ее не будет, в JPEG у вас виньетки не будет. И если вам в RAW файлы обрабатывать, то вы можете с легкостью эту виньетку убрать. Я не считаю, что в 2023 году виньетка — это какая-то большая проблема некоторых объективов. Тем более, допустим, новые RF-ные бюджетные объективы, они тоже страдают этой болезнью. Но все это легко правится. Я продал 1740 Canon L объектив. Классный объектив, у меня про него есть небольшие рассказы и сравнения на канале. Но он мне не подошел. В первую очередь из-за того, что у него диафрагма не очень открытая, мягко говоря, хоть она и постоянная, но все-таки F4 для моих условий съемок не очень подходит. Потому что я снимаю больше людей, я снимаю в таких тяжелых условиях. У меня там половина съемок — это репортажки. То есть я снимаю знакомых, детей, людей в помещениях различных. В общем, всю всякую там движуху снимаю. И для меня F4 как бы не очень подходит. И со вспышкой я тоже не люблю ходить. Вспышка убивает атмосферу. И я более люблю снимать на открытой диафрагме. И вот поэтому я взял этот объектив. У него есть открытая диафрагма 1.8. По весу он мне подходит. Он не тяжелый, он не громоздкий. И по цене он мне подходит. Я, конечно же, засматривался на 35-ки. Это такие классические портретные объективы. Не то ширик, не то не ширик, не то там нормальный. По-разному их люди называют. Но 35-ки, они чуть-чуть в цене повыше. Но, возможно, они качество лучше, конечно, дают. Но в условиях экономии для меня на первый план стала все-таки цена. Плюс ко всему, объектив немножко пошире, чем 35-ка. И снимать на нем можно в более таких узких, стесненных обстоятельствах. Что-то я немножко заговорился, давайте посмотрим поближе этот объектив, что он из себя представляет. На самом деле объектив 95-го года конструкции, выпуска, так сказать. То есть его начали выпускать в 95-м году. Это, конечно, не 95-го года экземпляр, я его брал в бэушном варианте. Вот в такой коробочке мне достался. Так вот, смотрите, он был продан в 31.12.2014 года. То есть человек сделал себе подарок на Новый год. Вот ему уже 10 лет. Без каких-то проблем он у меня работает.
как я сказал, в бушном варианте. Он мне дешево достался. Вот, посмотрите, у него есть небольшая щербинка. Тут тоже коцка. Максимально можно закрыть до F22. Он достаточно компактный и легкий. Давайте положим его на весы. Смотрите, 320 грамм. А если снять две крышечки, то есть вы на тушке будете, конечно же, без крышечек это все одевать, то он вообще 300 грамм. Насколько это легко? Ну вот смотрите, у меня есть чашка, в которой я пью чай, кофе. Вот. Положим чашку, 320 грамм. То есть легче чашки. Из несомненных плюсов, конечно же, можно сказать, конструкция. Потому что он цельный, ничего не выезжает, ничего тут не болтается. Вот смотрите, все фокусируется без проблем, никакого шума тут нету. Фокусировка USM, сборка Япония, хорошая Япония, с 95 года конструкция проверена, работает, радует людей. Вот тут у нас все, конечно же, металлический байонет, тут практически ничего не потерлось. Смотрите, контакты целенькие, красивенькие. Пластик тоже достаточно хороший. Диафрагма тут 7-лепестковая. Минимальная дистанция фокусировки 25 сантиметров. Это достаточно близко. Фильтры 58 миллиметров, то бишь тоже все достаточно дешево, бюджетно. Можно прикупить, поставить. В общем, объективчик топчик для своих денег. Да, я... Как я уже говорил, я со щербинкой его купил, поэтому он мне достался со скидочкой, примерно на $50 дешевле, чем обычно они стоят. То есть, и никаких как бы вопросов у меня к нему нет. Чем хорош этот объектив? 28 мм. Это уже достаточно широкий угол, но в то же время он не растягивает края. В общем, смотрите, вот они. Руки у меня не сильно тянутся. Можно его применять и на улице, и в разных помещениях. Если у вас полный кадр, вы везде с ним пролезете, влезете, все снимете, то, что надо. Понятно, что в какой-то... Я не рассматриваю интерьерную съемку или какие-то узкоспециализированные задачи, типа макросъемки, где с этим объективом будет не очень удобно. Но обыкновенные нормальные съемки, съемки людей, съемки пейзажей, это без проблем можно сделать. Открытая диафрагма позволяет снимать в условиях низкой освещенности, там, где вам не хватает света, в тех же сумерках, в тех же домах, там каких-то там ДК, ты в театрах или еще где-то. В общем, вы можете без проблем с этим объективом снимать. У него не очень шустрая фокусировка, но в то же время она достаточно цепкая, и поэтому проблем с фокусом, по крайней мере, в беззеркалках новых быть не должно. Сам объектив достаточно компактный, вы всегда можете его положить в свою сумку, он немного весит, он отлично сидит на моей камере, даже на такой, и, казалось бы, небольшой Canon RP, он без проблем с переходником одевается, с ним все отлично работает. Он не перетягивает там вес, там не наклоняется, не кренится камера. Вот так вот сам объектив выглядит с переходником на моей тушке. Canon RP. Компактный, одной рукой без проблем все носится. Вот так вот можно сделать даже. Я так иногда делаю. В общем, не тяжеляет руку. Все класс. Подходите, фотографируйте. Репортажка. На улице можно с собой тягать. У меня есть барсеточка. Вот небольшая на плече висит. Я туда складываю, когда мне скучно. И хожу по городу. В общем, объектив то, что надо. Он добротно создан, добротно собран. Все прекрасно в нем. Ну и наконец мы добрались до фотографий. Все они были сделаны на Canon RP. В приоритете диафрагмы. С автоматическим балансом белого. И в JPEG соответственно. Все как есть, тут и выкладываю. Давайте посмотрим. В центре фотографии будут мои дети. Я попытался выбрать разнообразные фотографии. Давайте начнем с диафрагмы 1.8. В действии репортажка. Вот так вот все, в принципе. Фотография ночью. Посмотрите на размытие какое. Диафрагма 2.0. Вот как ведет себя объектив. Я много фотографий делал на 2.0, потому что, ну, на 1.8 как-то не привык.
Вот репортажная фотография с искусственным освещением. Это тоже репортажная фотография в помещении, посмотрите размытие. А это естественное освещение, тоже репортажная фотография, хорошие условия съемки, резкость, мне кажется, отменная. Диафрагма 2.5, деревня. Вот отлично, он в репортажке тоже себя в хороших условиях ведет. Это вот такая вот улиточка, тест на макросъемку, 2.8 диафрагма. А вот диафрагма 11, пейзаж. Контровой свет, вот посмотрите, как ведет себя щербинка, вот такие она засветы дает. Но не всегда эти засветы появляются, вот на следующей фотографии, допустим, их нет. В общем, спасибо за внимание, любите людей, любите фотографировать, всем пока. Записал видео. Супер, наконец-то. Сколько месяца? 3 писал, 4, да? Я рад.